Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Шуточная песня в стиле шансона про Новый год, наступающий скоро, не за горами который уже. Новый год, Новый год, Новый год, наконец-то зимою придет. С белым снегом, когда января, уже первого, значит, числа. Постоит пару дней, может, три, может, пять, может, шесть, праздник вот. С елкой, в общем, наряженной всей, до макушки, до самой насчет. А на макушке звездочка рождественская, вот. И перегар от праздника, короче, прет и прет. Уже лежат воронками, ну, кверху, значит, как. А кто-то плачет, опа-на, допился, ну, слабак. Ну, пудово иначе никак. Что за праздник без танцев, вина? Закусь, значит, вот-вот оливье, рыбка там, сервелат и т.д. Можно шпрот и еще и икру. Ну, как все у людей повелось. Ну, когда Новый год, ну, когда? Ну, скажи, как не выпить того? А на макушке звездочка рождественская, вот. И перегар от праздника, короче, прет и прет. Уже лежат воронками, ну, кверху, значит, как. А кто-то плачет, опа-на, допился, ну, слабак. Новый год, Новый год, Новый год, наконец-то зимою придет. С белым снегом, когда января, уже первого, значит, числа. Постоит пару дней, может, три, может, пять, может, шесть, праздник вот. С елкой, в общем, наряженной всей, до макушки, до самой наш чёт. А на макушке звездочка рождественская, вот. И перегар от праздника, короче, прёт и прёт. Уже лежат воронками, ну, кверху, значит, как. А кто-то плачет, опа-на, допился, ну, слабак. Короче, песня воспоминания у некоторых. Спасибо. О предстоящем празднике, Новом годе. С наступающим, так сказать, заранее всех. Спасибо.